Я хочу рассказать свою любимую историю с детства. Я был маленьким, и у меня родился младший брат. Конечно, я очень ждал этого момента, я хотел. Я помню, когда он был совсем-совсем крошечным младенцем, я так веселился, глядя на его неуклюжие попытки ползти, потом вставать. А потом кое-что произошло. Я понял, что зря я хотел младшего брата. Я перестал его любить. Я думаю, что многие из вас сталкивались с этим. Дело в том, что меня назначили ответственным за него, когда родители уходили из дома, ну или когда надо было идти гулять, и мне его отдавали для того, чтобы я за ним присмотрел. И вот я помню эти моменты, когда мне строго-настрого говорили: «Так, веди себя хорошо, не обижай его ни в коем случае». И только мы уходили подальше от родителей, мой младший брат делал такую хитрую, противную рожу, я вот до сих пор это помню, и говорил: «Тебе сказали меня не обижать, ты понял? А иначе я на тебя пожалуюсь». И вот эта смесь, злость, бессилие, потому что с одной стороны я должен был за ним смотреть, с другой стороны он иногда вел себя просто отвратительно, как бы проверяя меня на прочность. Провокатор, да? Да, провоцировал. Иногда я срывался, конечно, ему прилетал пендаль, потом он жаловался на меня, дома мне прилетал за то, что я с ним плохо обходился. Вот. И что можно в таких ситуациях поделать и что сказать? Вот это та ошибка, которую я сейчас знаю, но которую не знали мои родители тогда, и многие из ваших, из наших родителей про это тоже не знали. Когда старшего ребенка привлекают для ухода за младшим, за братом, за сестрой, передают ответственность. Но вместе с ответственностью очень важно передавать права. То есть правильный ход со стороны родителей вот в таких случаях – это сказать: да, ты будешь следить за братом и сестрой, а младшему брату и сестре сказать: а ты должен слушать так, как нас. И если ты не будешь слушать, и твой старший на тебя пожалуется, то мы тебя накажем. Но очень часто мы видим, что сваливается ответственность без прав. Вот это очень сложная ситуация, но кто бы об этом знал.